Всем привет! Вы на канале Дневник строителя. Сегодня я покажу легкий способ, как закрепиться в керамический блок, используя простые крепежи и шуруповерт. А после проведем эксперимент, вешая на каждый крепеж груз, тем самым проверим, сколько килограмм выдержит керамоблок. У нас есть три шурупа разных размеров, которые мы будем закручивать в стену. Шуруповерт и бур. Этого набора более чем достаточно для качественного крепления в керамоблок. Сейчас мы будем просверливать отверстие в стене. Главный смысл в том, что шуруповерт просверливает отверстие, не разрушая его. Перфоратор от ударного действия разбивает отверстие и делает его более хрупким. Когда отверстие просверлено с помощью шуруповерта, оно не разбивается, поэтому шуруп в нем плотно держится. Ну что, проверим, насколько эффектно будет работать крепеж и какой вес он способен выдержать. Для этого у нас есть вот такое крепление. Это идет усиленный уголок. К нему приварена арматура диаметром 12 мм для того, чтобы можно было побольше повесить сюда грузов. И сейчас мы ее будем вешать на все наши крепежи, давая груз. Тем самым проверим, сколько может выдержать каждое крепление. Начнем с самого короткого крепежа. Это дюбель длиной 80 мм. На него мы сейчас будем вешать блин весом в 5 кг. Блин весом в 5 кг этот крепеж без проблем держит. Причем обратите внимание, что на все крепления, которые у нас есть, мы будем давать точечную нагрузку, а не равномерную. Поэтому, если нагрузка будет идти равномерная, он запросто выдержит еще более большой вес. Сейчас я попробую сюда надеть еще один блин весом в 5 кг. Вот он. Обратите внимание, что крепеж держит вес весом 10 кг. Да, немножко погнулся сам уголок, но это уголок, ведь крепеж из стены не вылез, не погнулся и тем более не оторвался. Он прекрасно держит вес 10 кг. Следующий крепеж – это дюбель длиною 140 мм. Мы решили, что два блина по 10 кг нет смысла на него уже вешать, потому что крепеж, который был короче, спокойно их выдержал. И мы решили повесить сразу вот такую 16-килограммовую гирю. Обратите внимание, у нас погнулся уголок, у нас немножко, буквально на 5 мм вылез крепеж, но тем не менее оно все держится. Повторюсь, нагрузка точечная, неравномерная. Когда вы вешаете полку, картину, фотографию, у вас идет более-менее равномерная нагрузка. Тут точечная нагрузка 16 кг, как вы видите, керамический блок прекрасно справляется с этой задачей, у нас ничего не упало. Дошли до самого большого крепежа, это болт диаметром 10 на 140 мм. Уголок с помощью него мы прикрутили к керамоблоку, и его сейчас мы будем по максимуму нагружать блинами и гири. То есть до тех пор, пока либо он не вырвется, либо не согнется, ну либо будет прекрасно держать. Смотрим, что у нас в итоге получится. Ну что, как вы видите, два блина по 5 кг 10 и 16-килограммовая гиря. Итого 26 кг. Крепление весит грамм 300. Все это прекрасно держится. Да, уголок немножко погнулся, но
Опять же повторюсь, точечная нагрузка у нас сейчас приходит на вот этот изгиб. У нас весят все 26 килограмм. Сам факт, вы видите, болт на месте. Сам смысл всего этого эксперимента был доказать, что керамический блок, в котором является большое соотношение пустот, является вполне нормальным для любого крепежа, монтажа и так далее. Вот. Я думаю, теперь все вопросы по будущему монтажу в керамический блок сами по себе отпадают. Вот вам живой пример. При этом всем мы показали, как мы это делали. У нас не было никаких специальных крепежей, специальных инструментов. Самые простые дюбель, самый простой 10-вольтовый шуруповерт, 15 минут делов, вот оно, пожалуйста. Поэтому, ребята, делаем выводы, строим дома недорогие, качественные и теплые. Сегодня мы провели наглядный эксперимент о том, какой вес способен держать керамоблок. Надеюсь, будущие вопросы по монтажу в керамический блок сами по себе отпали. На этом наш выпуск подошел к концу. По лайкам, комментариям смотрите сами. Оставайтесь на канале Дневник строителя и узнавайте больше о малоэтажном строительстве.